зовут Александра Постнова. Я очень рада приветствовать вас на моем канале «Закоренелый источник». Несмотря на то, что сейчас раннее пятничное утро, мне нужно бежать и нужно срочно пересадить кактус. Так, сегодня я вам покажу коротенькое видео по пересадке кактуса. Сразу скажу, записываю не с микрофоном, потому что пересадки делать с микрофоном крайне неудобно. Поэтому, если кому-то будет плохо слышно, ну, друзья, не надо мне писать об этом в комментариях. Я все-таки все знаю сама. Есть в описании канала ссылка на донаты. Можете пожертвовать мне на новый микрофон беспроводной. Итак, посмотрите, какой красавчик кактус. Девушка купила. То есть это вот тот, та разновидность кактусов, которые мягенькие-мягенькие, но когда они уже становятся взросленькими, вот этот вот взросленький экземпляр, он уже начинает ощутимо покалывать. Собственно, ничего сложного нет, ну, кроме того, что растение колючее. Нужно сделать так, чтобы не остаться без рук. Но, знаете, есть такое золотое правило. Мой кот демонстрирует всем собой, что в любой непонятной ситуации мурчи. Правила вообще действуют по жизни. То есть, если вы не напрягаетесь, то ничего не происходит. То есть важно не напрягаться. Говорят, что вот расслабься, дыши. Там во время родов женщины учат, да, дыши, расслабься, сконцентрируйся на дыхании. Работает. То есть если вы не напрягаетесь, все, жизнь идет гладенько. Ну вот, собственно, я убрала, что я делаю? Я убрала часть грунта. Почему я это сделала? Потому что горшок, который девушка просила нас пересадить, он чуть меньше, чем тот, в котором у нас изначально было растение. Поэтому мне нужно для того, чтобы оно у меня не торчало из горшка, надо было убрать слегка объем. Ну вот, собственно, глаз у нас. Чуть-чуть убрали ту землю, в которую он рос. Сейчас мы его подправим. Немного выровняем. И утрамбуем землей. Вот, собственно, и все. Видите, пересадка кактусов — это не так сложно. Вот здесь один какой-то задохший экземпляр нашелся. Потому что, на мой взгляд, немножко глубоковато они сидят. Вот видите, у них землей засыпана тушка кактуса. То есть, в принципе, это глубоковато. Поэтому он может подгнивать, если его сильно очень поливать. То есть старайтесь растение не заглублять. Странно, что от садовника пришел такой вот. Хотя, ну нет, в данном случае это не очень странно. Просто потому, что кактус высокий, корневая система не очень большая. Алена, так ровно? Да. Корневая система не очень большая, и если его не углубить, он просто не перенес бы транспортировку. Я так подозреваю, что дело именно в этом. Но так как сейчас уже он будет расти, смотрите, как занятно. Вот эти кактусы, да, вот маленькие, они растут рядом с большими. Посмотрите, как у них идет выемка. Прям они как обнимают, и причем на обоих. То есть вот говорят, что кактусы друг друга не ранят. То есть они колючки в разные стороны раскидывают. Не знаю, вот видно, вот сейчас вот видно, вот прям вот выемочка, вот это вот. То есть он как бы его обнимает, но при этом не ранит. Очень занятно, как это все растет. Чуть-чуть так подровняем. Будут у них опять обнимашки. Ну, вроде бы ровно. Ну вот, собственно, и все. Единственное, что я его сейчас чуть-чуть, прям сейчас, секунду, я схожу за ней, Каленка, может, снимать на кого-то. Ну. Так. Потому что все растения после пересадки необходимо поливать. Вопрос объема воды. Если у нас растение влаголюбивое, то, соответственно, мы проливаем сильно. Если это кактусы, суккуленты, растения с толстыми мясистыми стеблями и листьями, то мы проливаем чуть-чуть. Но сделать это все равно нужно, потому что
земля должна прилегать к корням. По поводу того, что мне некоторые пишут в комментариях под пересадками, зачем вы так мнете землю? Типа, вы что, с ума сошли? Она сама со временем там утрамбуется. Она сама со временем не утрамбуется. Но если вы ее польете, у вас будут дыры, то эти дыры просто насквозь пройдут. То есть наша задача утрамбовать землю. Для чего? Чтобы когда мы поливаем, у нас не выплыло растение из горшка. Чтобы когда мы его понесли, у нас не вывалилось растение, потому что его корни ничем не закреплены. То есть это задача именно утрамбовать землю. Никакого вреда растению мы не приносим. Это нормально. То есть это естественный процесс посадки. Я разговаривала с Натальей Самойленко, когда была у нее в гостях. Кто не видел, посмотрите обязательно. Женщина потрясающей энергетики. Мы с ней поговорили именно про пересадки, про полив после пересадок. То есть все, что в комнате растет у нас, это изначально растет на улице. На улице тоже есть определенные правила ухода за растениями. Это природа. Как садовники понимают, как ухаживать за растениями? Они наблюдают за жизнью их в естественной среде обитания. Ну, давай крупным планом, потому что меня все спрашивают, а сколько вы будете поливать? Вот с одной стороны, вот с другой стороны. То есть для кактуса вот этого, видите, здесь получилось, наверное, 0,5 сантиметра воды вот на такой объем горшка. Для кактуса этого более чем достаточно. Если бы это было какое-то другое растение, я бы его полила как следует. Так, как видите, пересадка кактуса – это не так сложно. Даже такого большого, даже без перчаток, ни одной иголки из нее не торчит. Все почему? Потому что я не напрягалась. Когда мы нежно что-либо делаем, ну, мир отвечает нам взаимностью. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. И, надеюсь, до новых встреч!